Приветствую вас, дорогие друзья, в эфире телеканала CNL. Рад сегодня быть с вами. Конечно, я вас не вижу, но хочется сказать, рад вас видеть. В действительности рад, что вы меня видите. Наверное, так. Приветствую всех любовью Господа Иисуса Христа. Я Максим Максим. И это прямой эфир. Приветствую всех наших зрителей телеканала CNL. Приглашаю вас принять участие в нашей общине Дом Веры. Это сделать легко. Вам нужно пройти на сайт domvera.ru или .com или .net. Любую Дом Веры заходите, и там будет наша община. Присоединяйтесь к Дому Веры. В Доме Веры вы найдете много веры. Мы каждый день встречаемся вот по этому адресу. И сейчас идет прямой эфир, вы можете оставить свои комментарии, и мы обсуждаем разные темы. Сегодня мы будем говорить на тему смирения, поэтому в этой студии мой главный усмиритель в жизни оказался. Это моя супруга Лариса, здравствуйте. Вау, ты еще такого не говорил. Приветствую вас, дорогие друзья. Возьмите кружку кофе. Вот, и слава Богу, действительно, мы друг для друга являемся усмирителями. И у нас такая потрясающая тема все эти дни. Тема кротости, смирения. Но больше мы говорили о гордости. Что такое гордость? Что она присуща человеческой сущности. А сегодня мы хотим поговорить, что же является оппозиционером гордости. Это кротость. Это смирение. И эти качества, они ценны в глазах Бога. Поэтому мы хотим больше говорить о них, нежели говорить о гордости. Гордость, мы как в прошлой передаче говорили, что мы ее хотим отвергнуть, не соглашаться с ней, отбрасывать ее из своей жизни, из своей природы, принимая на себя каждый день новую природу Иисуса Христа. Аминь. И говорили мы о том, что Иисус Христос — это образец. Да. Это эталон, это абсолют совершенства, кротости, смирения, послушания. И глядя на Иисуса Христа, наши жизни преобразуются, да. Мы меняемся. Просто надо продолжать на Него смотреть и продолжать изменяться. Нам жизни не хватит для того, чтобы измениться в Его образ, поэтому Господь даст нам вечность, чтобы в вечности мы продолжили этот процесс преобразования, этот процесс слияние, соединение. Смириться — это значит обломиться, да? Обломиться? Ну, ты сразу к теме приступаешь. У нас еще такой вступительная часть. Поклонение нашему Господу, превозношение нашего Господа. Он достоин всей славы. Когда мы будем глубоко всем сердцем Его превозносить, наполняться им, знаете, наши сердца от Его присутствия тают. Как есть такая песня: «В Твоем святом присутствии тают горы». Горы проблем, обид, греха, недовольства. Когда Божье присутствие есть в нашей жизни, наше сердце тает, наше сердце плавится, и мы растворяемся в нем. То есть поклонение и познание Бога, ожидание Его присутствия приводит человека к такому состоянию, когда человек может всем своим духом как бы раствориться в Боге, и эта слава Божья, она начинает пропитывать наши души, наши тела, и все, что Господь предопределил для нас, оно начнет проявляться в нашей жизни необычным образом, когда мы находимся в Нем. Аминь. И вот это мы узнаем, как это быть в Нем. Итак, переходим теперь к теме. Тема сегодняшнего эфира у нас — смирение, гордыня. Ну, конечно, про гордыню мы уже проговорили многое. Тема сегодняшнего эфира — смирение. И мы будем говорить, вообще существует извращенное понимание или мнимое мнение о гордыне. Каким-то образом вдруг в современном веке гордыня стала чем-то мужественным, чем-то сильным, да, чем-то... кстати, ты очень хорошо заметил. Сдвиг понятий происходит. Вы знаете, как, конечно, есть эволюция слов. Например, слово «забота». Да, слово «забота» раньше обозначало депрессия, неустройство, разочарование, расстройство. Теперь слово «забота» — это поддержка. За каких-то 200 лет слово изменило сущность свою. То есть, как бы, да. Если бы назвали детский фонд «забота» в 200 лет назад, над вами бы все смеялись, потому что забота и подразумевалась печаль, беспокойство, напряжение. И в Библии, поэтому перевод 200-летней давности у нас, написано: «Ни о чем не заботьтесь». Не сказано «не заботиться» в смысле брать ответственность, а в смысле не нервничать, не надо нервничать. Так вот, в вопросах гордыни
Есть, давайте так, мнимые преимущества гордыни или сдвиг понятий? Она волевая, сильная натура, супергерой, целеустремленный, идейный, рожденный для того, чтобы вести, повелевать, смелый, отважный, знающий себе цену, прямой, решительный. Но таким он хочет выглядеть. Но если посмотреть повнимательней и сдвинуть всякую пыль, сдвинуть всякую, скинуть всю эту пластмассу, то кажется, это просто гордыня. Обычная гордыня. Это свойство гордыни – это высокое мнение о себе, тщеславие, лицемерие, упрямство, капризный, мнительный, неуправляемый, беспокойный, щепетильный по отношению к себе, придирчивый, суетный, самовлюбленный, эгоист, обидчивый, дерзкий, сумасбродный, вспыльчивый, склонный критиковать и осуждать, властолюбивый, надменный, завистливый, непримирительный, злопамятный, жестокий, быстрый на оскорбление, язвительный, патологически активный бунтарь против любого авторитета. Вот такой революционер, нигилистический такой, да, душок такой. Сатана, кстати, тоже был первый революционер и первый бунтарь. Он, знаете, дьявол превращает борьбу с любой бунт, он превращает в борьбу за свободу. Теперь, если посмотреть на смирение, смирение – это скромность, кротость, долготерпение, сострадание, зависимость от Бога, умение понять, уступить, простить, чуткость, великодушие, мужество в признании своих недостатков, покаяние, надежда на Бога, желание стать лучше, уважение к чужому мнению, к чужим вещам, отношение к чужим, уважение к личности. Знаете, что есть также и искаженное смирение? Это раболепство, человекоугодничество, подобострастие, нерешительность, угрюмость, плаксивость, вялость, трусливость, малодушие, всякие страхи, фобии. И говорят, о, вот это такой смиренный, он такой весь в страхе ходит. В действительности, это тоже есть извращение. То есть, когда мы говорим, Лариса, о гордыне, и мы говорим о смирении, вот они имеют две вот такие формы. То, чем они являются, и то, чем они хотят казаться. Вот. И, скажем говоря, о смирении, человекоугодничество, раболепие и так далее, это как бы ошибка, превращение смирения в что-то, нечто... Я думаю, что особенно это было ярко выражено в христианстве в средние века, когда... Религия, она заставляла людей быть вот такими тряпками, быть просто такими, ну, затюканными, не давая им ни образования, не давая им возможности возрастания в Боге. Вот если мы говорим о христианстве, то людей именно старались держать вот в таком состоянии, в раболепии. Но истинное смирение – это не раболепие. Истинное смирение, оно предполагает в себе даже мужественность. Да. Оно предполагает в себе отсутствие страха. Страха перед грехом, перед мнением людей, когда ты уверен, что ты ходишь в Боге. Да. То есть смирение, оно больше погружает человека в Бога, в упование на Господа, доверие Ему всех своих жизненных ситуаций, своих жизненных путей, познание Его. И вот очень хорошее ты прочитал объяснение. Если можешь, еще раз прочитай, пожалуйста, что характеризует настоящее смирение. Еще раз. Какие качества? Настоящее смирение. Да. Это скромность. Давайте начнем с того, что настоящее смирение – это скромность, кротость. Кротость – это значит зависимость, зависимость от Бога. Это долготерпение тогда обязательно включено, сострадание, умение понять, уступить, простить. Это чуткость, это великодушие, это мужество в признании своих недостатков. Это покаяние, это надежда на Бога, это желание стать лучше, уважение к чужому мнению, и я даже сказал к чужому имуществу, к чужим вещам, и уважение к личности. Да. Гордыня, она, знаете, она всегда придавливает и говорит, ты кто такой? Да ты что о себе думаешь? И гордыня, она всегда придавливает человека к земле, пытается сделать из него
ну, раба или поставь, я тебя на место поставлю и так далее. А гордыня, она пытается сломать человека. Ну, вот такое определение. Смирение – это, наверное, возвышение ближнего своего выше себя. Вот я думаю, что это тоже одно из качеств смирения, когда мы относимся к ближним, которые рядом с нами, с большим уважением и поднимаем этих людей. Знаешь, я вот сейчас вспомнила, может быть, в тему, не в тему, историю, которую однажды я услышала от тебя во время проповеди. Это было с одной школьной учительницей, которая... Молодая учительница пришла в одну из школ Нью-Йорка, и ей дали самый плохой класс. И преподаватели поспорили, насколько долго она продержится в этой школе. Я эту историю напомню. Насколько долго она продержится в этой школе, и как будто они как заключили пари такое вот, и поставили ее в самый трудный класс. И молодая учительница, она начала учить в этом классе, и когда... День за днем шел, они удивлялись, учителя, почему она не жалуется, почему она не возмущается, почему в ее классе вдруг начали подниматься результаты, ученики стали учиться лучше, стали более ответственными, более аккуратными, более пунктуальными, то есть у них стали повышаться результаты учебы. И к концу года они показали очень высокий прогресс по отношению к тому, что было в начале и к концу. И когда вызвали эту учительницу и стали с ней разговаривать, спрашивать на педсовете, спрашивать, что вы сделали, ведь это мы вам дали самый худший класс. А она сказала, нет, вы что, наоборот, вы дали мне самый лучший класс. Они сказали, нет, это был самый хулиганистый класс, самый непослушный, непокорный, бунтарский. И она сказала, да вы что, как же так? И она открыла классный журнал и сказала, посмотрите, здесь одни талантливые дети учатся. IQ там было. И там была такая графа с IQ, то есть способность образовательности, мышления, такое тестирование проводится. И напротив каждой фамилии был записан номер. И она сказала, посмотрите, у них такое высокое IQ, выше, чем у меня. Посмотрите, какие они способные, талантливые дети, которым просто нужно позаниматься, и их уровень еще больше поднимется. И когда учителя посмотрели на нее, они заулыбались и сказали, с чего вы взяли, что это IQ? Она говорит, ну вот, здесь написано, против каждой фамилии. И учителя смеялись и говорили, вы что, вы это номера шкафчиков, где они складывают вещи. И учительница оказалась лучшим учителем года, потому что она относилась к ним по этому статусу, который они имели. Священное Писание говорит, каждый почитай ближнего своего высшим себя. Она поняла их выше, чем самого себя. И это дало стимул. Они увидели, что к ним относятся как к личностям, а не как к каким-то делам. Это и есть смирение, наверное, да? Относиться к людям не то, что ты считаешь у них. Гордыня, она опускает их, а вот смирение возносит. Смирение помогает людям раскрыться. И у смирения, у настоящего истинного смирения всегда желание посодействовать, помочь в продвижении, в раскрытии личности. Вопрос. Хотите ли вы кому-то, вообще вы кому-то, у вас желание возникло помочь кому-то, чтобы человек раскрылся и добился успеха в жизни? Чтобы человек, не только ваши дети, а вообще кому-то помочь и сказать, я вот хочу подсказать этому человеку, дать направление, или дать какой-то ресурс, или дать какую-то информацию, которая понадобилась. Сегодня люди настолько скупы и жадные, они не хотят делиться знаниями, делиться опытом, делиться собственной жизнью, чтобы кому-то другому послужить и чтобы другой раскрылся. Посмотрите, как Иисус сделал. Он смирился и пришел на землю, и был послушен, помогал ученикам, раскрывал их таланты и сказал, вы сделаете больше, чем я. Как это очень сильно помогало ученикам двигаться. Мы сделаем больше, чем Иисус. У нас есть надежда. Большинство учителей говорят, придите ко мне, я вас научу, у меня есть свет истины. А Иисус смотрел на них и говорит, вы свет миру, вы соль земли. Сегодняшние проповедники говорят, я вас избавлю там от проклятий, я вам все. А Иисус говорит, уже не будете меня ни о чем просить, но будете просить Отца. Он как бы их подвигал дальше, давайте, ребята, вы сможете пойти дальше. Вы пойдете, и будет плод ваш пребывающий. Он постоянно их стимулировал к
развитию чего-то хорошего и лучшего. Потрясающее, потрясающее откровение, что Иисус, Он пришел для того, чтобы поднять нас на свой уровень, поднять из праха и пепла и вернуть нас к тому достоинству, в котором человек был создан. Ведь человек был создан по образу и подобию Божьему. И когда дьявол надругался над этим образом и подобием, когда дьявол растоптал человека, изуродовал жизнь людей на земле, то Бог, Он послал Сына Своего. Одна из причин – это вернуть людей в Божье присутствие, вернуть в тот образ, в котором человек был создан. Мы не созданы были обезьянами, мы не созданы были спускаться на такие низкие пороки, как валяться под забором, как колоться, как быть зависимыми от каких-то вещей. Но Бог создал человека, чтобы человек ходил во славе, во свете, в любви, в радости, чтобы человек не замарывался вот этими конфликтами, раздражительностью, злобой. Это все производные дьявольские, а Бог создал человека ходить во свете, в радости, в любви, в прощении. Это есть, называется высокий дух, ходить в высоком духе. И Иисус через смерть свою на Голгофском кресте именно вернул нас в эту позицию. И поэтому он говорит, надо умереть вам для себя. Нужно, я вам дал новую природу, хватит соединять себя со старой природой, греховной природой, которая пришла к вам от стихии этого мира, от греховности, от дьявола. Но я пришел, чтобы вам дать другую природу. Вы новое творение во Христе Иисусе. И не нужно себя теперь ассоциировать, привязывать к старой природе. В этом наша победа, что Иисус сделал для нас. И сейчас, когда мы смотрим с вами на Иисуса Христа, мы хотим меняться в Его образ. И смирение и кротость – это достоинство, это красота, да. Дорогие мои. Это красиво быть смиренным и кротким, зависеть от Господа и поднимать других людей, восторгаться другими людьми, хвалить их. Я бы так сказал. Вы знаете, сейчас хочу обратиться ко всем зрителям. Смирение это здоровое устроение души, ставит человека в правильное отношение по отношению к Богу, по отношению к самому себе и по отношению к ближним. Оно ведет к формированию мира между людьми и мира между человеком и Богом. И смирение, оно является созидательным элементом для семьи, для общества, для окружающего мира. Знаете, когда мы смотрим, смирение ничего не имеет общего с вульгарным и тупым заменителем смирения, рабским самоуничижением. Я смиренный, я ничтожество, я никто. Нет, это неправильно, это не есть смирение. Смиренный человек осознает свое несовершенство и поэтому во всем обращается к Богу за помощью. Но при этом не уничижает себя, не растаптывает себя, не винит себя, не проклинает себя. Он признает Бога высшим законодателем, судьей. Он признает смиренный человек, он повинуется Богу и покоряется его воле. Он осознает свою полную зависимость от 100%. Господа. Он осознает свою полную зависимость от Господа. Смиренный человек во всем повинуется ему, покоряется его воле, старается не грешить. Почему? Потому что он смиренный. Это не значит, что смиренный не может согрешить. Может, но он старается. Знаете, смиренный человек озабочен исправлением себя. Смиренный человек не замечает, он у него закрыты глаза на недостатки других. О, вот это вообще гордый, он постоянно смотрит на недостатки других. Да. И смиренный охотно прощает ошибки других людей, а гордец, он не может простить ошибки, он долго помнит. Смиренный человек желает стать и хочет, жаждет стать лучше, приблизиться к Богу. И для него слава Творца, присутствие Божие больше всего на свете. Для гордеца очень важно разбираться, кто что сказал, кто не сказал и так далее. Поэтому вот... Прикольно, ты где-то такое нашел. Очень, очень хорошие, здравые слова, такое очень интересное объяснение. И знаешь, мне приходит на память выражение, которое меня еще в юном моем христианстве, оно меня покорило и заинтриговало. Я думаю, почему Писание называет Моисея наикратчайшим человеком? И я очень долгие годы исследовала этот вопрос и пыталась разобраться, потому что мне нравились всегда герои Библии. И я думала, Господи, я хочу быть похожими на них, на вот какие-то, и они такие вещи делали великие для Тебя.
А секрет оказался в том, что сердце его, сердце, например, Моисея, оно было кротким. Почему? Потому что он во всем доверял Богу. Когда он пошел в Израиль, ему нужно было выводить народ Божий из рабства, он сказал: «Господи, я не могу пойти, потому что я человек, который не могу красиво говорить». И Бог сказал, что вот тебе будет Аарон, я буду с тобой. И вот эта прицепка, вот эта вот зависимость от Бога, вот что было его причиной, его кротости, когда он доверялся полностью Богу. Что Бог говорил ему, то он и делал. И еще вторая сторона, он хотел знать Бога. Поэтому он всегда бежал в скинию. Моисей всегда хотел встречаться с Богом. И он просил Бога: покажи мне славу твою. Он хотел знать Бога. По тем временам, когда еще не было вот этой заместительной жертвы, не было крови Иисуса, Моисей, как человек, которого Бог призвал следовать за ним, он хотел знать Бога. И он поэтому просил Бога, и Бог показал ему свою славу там на горе, там своя история, свое таинство, у них была своя встреча. И глядя на вот этих героев веры, мы можем видеть, что это очень ценное качество. И я хочу прочитать из Исаия 66 глава, со 2 стиха. Хочу прочитать текст, и сейчас этот текст появится на экране. Вы можете вместе со мной проследить за ним или открыть вместе со мной Библию и посмотреть Исаия 66 глава, 2 стих. Давайте посмотрим, что же здесь написано. Я прочитаю вторую часть этого стиха. «Вот на кого я презрю, — говорит Господь, — на смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего пред словом моим». На кого я презрю? Кого я буду покрывать? О ком я буду заботиться? Кто является для меня? На кого буду смотреть? Того, на кого я буду смотреть. И не просто смотреть, наблюдать, а смотреть с участием, с помощью. На смиренного и сокрушенного духом. Человек, сокрушенный духом. На трепещущего пред словом моим. Человек, который уважает Слово Божье, ориентируется на то, что говорит Господь, и желает исполнять. Знаете, мы сегодня можем поговорить о смирении, очень хорошо его разложить, объяснить все значения, все пункты, но если мы не возьмем это для своей жизни, не начнем это практиковать, то это останется просто знанием в нашей голове. Дорогие, но Господь призвал нас не просто это знать, но и жить этим, исполнять это, подчинять свою внутренность. Это наше усилие подчинить себя Господу. Не просто быть, знаете, таким: «О, я смиренный, я под благодатью», и лежать на диване, закинув ногу, и говорить: «Я могу делать, что хочу». Смирение – это желание следовать за Иисусом, это желание быть похожим на Иисуса, это подчинить свое сердце, подчинить свой дух, смирить перед Ним, сказать: «Да, Господь, как хочешь ты, твоя воля для меня важнее». А его воля, он говорит, посмотрите, он говорит: плоды духа. Какие у нас плоды духа? Это любовь, радость. Там, кстати, тоже находится кротость и воздержание. То есть Господь говорит: вот что я хочу для твоей жизни, чтобы ты стал похожим на меня, был кротким, смиренным, добрым, милосердным, сострадательным. Если нужно где-то, чтобы ты мог промолчать. Не всегда нужно высказывать и торопиться, высказывать свое мнение. Я знаю, как решить этот вопрос. Я знаю, это будет вот так. Высказывать свои советы. Это тоже один из принципов гордости, когда человек знает, кому что посоветовать. Но уметь промолчать. Кстати, кротость и молчаливый дух, они идут рядом. Апостол Петр очень хорошо делится этими словами в своем послании. Он говорит: кроткий и молчаливый дух. Вот что угодно для Господа. Там как бы написано для жены. Да, вот, кстати, нужно это учесть, а то многие люди... А для мужчин? Я думаю, это для мужчин тоже хорошо подходит. Что, не должны быть кроткими и молчаливыми? Если бы это нужно было мужчинам, Писание бы сказало об этом. Мужчина должен говорить слово. Вы знаете, поэтому женщины наследуют больше благодати. Я бы сказал такое, послушайте меня, дорогие мои.
никто из людей не застрахован, ну, от опасности поддаться преувеличенному мнению о себе. То есть желание похвалы, стремление подчеркнуть свои успехи, желание поучать, командовать. Это нехорошие качества, с которыми нужно бороться. Желание властвовать. С другой стороны, кто поставлен управлять, управляй. Но если у вас есть желание похвал, желание, чтобы вам похвалили, вы постоянно говорите, ну что вот это, что это такое, посмотри. Они ведут к тщеславию и гордыне, вот эти все желания, которые делают человека, ну, неприятным и мерзким перед глазами Бога и неприятным для окружающих вас людей. Вы замечали людей, которые постоянно хотят, вот, чтобы похвалить меня больше всех, кто подхвалит меня больше всех, кто получит конфету, да? И все уж стараются изо всех сил хвалить и хвалить, и уже не знают тебе, как подойти. Не будьте людьми, которые постоянно ищут похвалы. Это начало болезни. Это начало серьезной духовной. Смиренное устроение нашего духа, или дух, устроенный через смирение, это самое здоровое и правильное состояние. Когда человек приближается к Богу путем размышления Бога, богопознания, в молитве, соприкасается с Его благодатью, то он может чувствовать свою, ну, малость и несовершенство, но при этом чувствовать, что ты дитя в руках Божьих. Вы знаете, гордыня – это результат преувеличенного мнения о себе, размышления о себе, о своих способностях. Гордыня, она – это результат, она происходит от духовной слепоты, когда человек замыкается в себе и перестает чувствовать Бога и начинает думать только о себе, когда он становится центром. Смирение – это когда ты открываешь свое сердце для Бога и позволяешь Богу быть Богом. Христос призывает нас быть смиренными, сокрушенными, скромными, сознавая, что все, что у нас есть хорошего, это не наше, а Божье. Воздавать Богу славу. Не мое, но не я, но ты, Господь. И наша жизнь действительно от Бога. И вот этот весь мир, и наше здоровье, и таланты, и преимущества – все от Бога. И за это была заплачена огромная цена. Цена жизни Иисуса Христа. Аллилуйя. Дорогие мои, когда мы смотрим на смирение и на гордыню, это две сущности, Божье и дьявольское. Если вы хотите смирения, хотите, тогда вы переживать будете Божью сущность. Если вы гордыни, тогда у вас ДНК дьявола. ДНК дьявола, сущность дьявола. Сегодня воспевается уверенные, способные, мужественные победители, которые разрушают, двигаются, ломают. Посмотрите на фильмы, которые сегодня у нас. Фактически в фильмах нету людей, которые созидают. Сегодня не воспеваются люди, которые созидают, которые добиваются, которые сегодня воспеваются надменные, тщеславные, нарциссисты такие, зараженные самовлюбленностью, которые пинком открывает дверь, у которых походка, у которых философия, концепция, которые самоуверенные, которые такие все. И очень мало, вообще, конечно же, киноиндустрия в руках дьявола. И через кино пытаются навязать новое, позитивное, в кавычках, отношение к гордыне. Гордыня – это хорошо или это плохо? Это отвратительно. И еще раз возвращаясь к этим золотым стихам Библии, я бы хотела еще раз прочитать, это очень важное место Писания, где Иисус обращается к людям. И, потому что люди отчаянно нуждаются в том, чтобы быть свободными от греха, чтобы жить это согласно той новой природе, которую дал нам Господь. И именно это Иисус подчеркивал в своей проповеди. И Он обратился к людям с такими словами. «Придите ко мне». Я даже выше прочитаю. Это написано в Матфея, 11 глава. Матфея, 11 глава, с 27 стиха. Давайте вместе прочитаем этот текст. Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 27 стиха. Посмотрите, какие даны слова. На них надо тоже обратить внимание. «Все предано мне Отцом моим».
«Никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына и кому сын хочет открыть». Иисус хочет открыть нам отца. Этот стих говорит нам, что Иисус хочет нам открыть. И если мы пожелаем это, поэтому следующий стих говорит следующее, 28 стих. «Придите ко мне». Потому что Иисус знает Отца, и Он хочет открыть Отца. И Он говорит, поэтому придите ко мне. Все, что нам нужно, это нам нужен сам Иисус. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Почему Он обращается к труждающимся и обремененным? Это к людям, которые нуждаются в каком-то изменении. Люди, которые хотят свободы, которые устали от иго рабства греха, которые устали от беззакония, от всякой неправды. Не просто, что им кто-то делает, они устали от того, что они сами порой производят эти вещи. Потому что иногда мы делаем такие вещи, которые мы не хотим делать. И кто нас от этого избавит? Только Господь. «Придите ко мне, все, кто утомлены, обременены какими-то требованиями закона, требованиями праведности, требованиями жизни. Если вы устали, вы утомились, но вы хотите прийти ко мне, то придите, говорит Иисус, и я успокою вас». В первую очередь Иисус дает нам покой и упование на Него, в Нем. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Посмотрите, как интересно здесь. Всегда, если научишься, то тогда приходит покой. Да. Я думаю, что пришло кротости время. Кротости и смирение есть покой. Да. Когда мы научаемся быть кроткими и смиренными, доверять Богу, мы успокаиваемся в Нем. Давайте помолимся. Наше время подходит к концу. Мы молимся за вас, драгоценные, чтобы вы опять, чтобы у вас было кроткое сердце и смиренное. Вопрос, это не так, что ты сейчас, Господь, давай, и вот так, блинка, на тебя кротость придет. Нет, это состояние, это из внутренних изменений. Вы тесняете гордыню и будете смиренными. Победите гордыню. Через познание Иисуса. Да. Благословляем вас именем Иисуса Христа. Боже, благослови каждого человека, благослови, Господь, каждого человека, кто сейчас вместе с нами в этом эфире участвует. Благослови, Господь, их сердца, благослови их жизни, направляй на пути Твои. Поддержи, Господь, да будет Твое благословение, Твое водительство, Твоя защита. И пускай милость Твоя окружает их именем Иисуса Христа. Научи их ходить в смиренном и сокрушенном духе. По имя Иисуса Отец, Христа. Во имя Иисуса я молюсь сейчас, Господь, за каждого дорогого Аллилуйя. Человека, кто просил молиться за исцеление. Во имя Иисуса, прямо сейчас я молюсь об исцеляющей силе Твоей, Господь, о Твоем прикосновении к Твоим детям, Господь, кто находится в немощи и болезни. Во имя Иисуса прикоснись, Господь, к их телам. Во имя Иисуса Христа. Восстанови разбитые части, Господь. Восстанови силой Твоей благодати имени Иисуса Христа. И также я молюсь, Господь, за сестру, о которой написали, что она без сознания находится после сердечного приступа. Отец, во имя Иисуса, прикоснись к Анне. Благослови, Господь, дай ей силы для жизни во имя Иисуса. Благослови, Отец, те, кто находится в болезнях, да придет исцеление. Аминь. 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 Драгоценные, мы благословляем вас. Наш эфир подошел к концу. Сегодня с вами был Максим. И Лариса. И мы все еще Максимовы. Благословляем вас и провозглашаем благословение над вашими жизнями, семьями. Благословляем вас именем Иисуса Христа. Дорогие мои, пускай любовь Божия ограждает вас от всякой гордыни. Если вы хотите поддержать Божье дело, то вы можете это сделать. Зайдите на сайт cnl.tv и поддержите служение телеканала CNL и Дом Веры. Мы встретимся с вами завтра в это же время в прямом эфире domveры.ru. Да пребудет благодать и благословение, да пребудет воля Божия, да пребудет Господь с вами. Мы любим вас, ценим, поддерживаем и благодарим Бога за каждого из вас, за ваше партнерство, за ваше участие, за ваше служение и за вашу поддержку. Благодаря вам мы можем многое сделать. Всем пока, встретимся завтра. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим CNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.